Сегодня мы присутствуем на открытии нового молодежного клуба «Атлетик Джим». Добро пожаловать, друзья! Ну и как принято на всех официальных мероприятиях, мы не можем обойтись, первое, без ваших аплодисментов. Второе, без нашей красной ленточки. Константин, вот работник сцены сейчас. Пойдемте, пожалуйста. Денис, чуть-чуть. Друзья наши хорошие, у нас много всего будет происходить в режиме реального времени, потому что это уникальное место, уникальная структура, так сказать. Здесь очень редко проходит такого рода мероприятия, поэтому, когда вы видите, что что-то двигается, можно аплодировать и поддерживать всех тех, кто делает нам этот праздник. А этот праздник делает исполнительный директор Долматова Ирина и управляющий клубом Дёшин Михаил. Именно под наши бурные аплодисменты они перережут нашу красную ленточку. Михаил, видите, как волнуется? Ура! Аплодисменты, друзья! Большое спасибо нашим руководителям. Расскажу, что сегодня будет происходить. Здесь будет очень много разной активности.